Перед просмотром видео убедитесь в том, что вы не такой лох, как Рицкбой. Я не несу никакой ответственности за последствия. Впрочем, никого это не остановит. Mountain Dew. Mountain Dew – это такой напиток. Давайте посмотрим на напиток Mountain Dew. Вы тоже это заметили. Это же татары. Но что татары делают возле Mountain Dew? Давайте разбираться. Татары живут в Татарстане, а компания PepsiCo, которая является производителем Mountain Dew, находится в США. Все знают, что PepsiCo – это аббревиатура Путин надавал тумаков игрокам в Копатель онлайн. Копатель онлайн. В Копателе онлайн есть квадраты, но нет треугольников. Треугольники. Бермудский треугольник находится в Атлантическом океане. Что еще там находится? Правильно, жизнь. Жизнь есть в России, Украине и Белоруссии. Давайте соединим эти страны. Вы тоже это заметили. У нас получилась свастика. Свастика. Фашизм. Гитлер. Гитлер умер, то есть, он в аду. От в аду, а от под землей. Земля на земле, так же, как и татары. Давайте погуглим татары. Вы тоже это видите. Это же Сидаджи. Как Сидаджи связан с иллюминатами? Это же очевидно. Сидаджи черный-черный бывает зеленым, Mountain Dew тоже бывает зеленым. Совпадение ли? Я так не думаю. Если Сидаджи любит Mountain Dew, значит он тоже зеленый. А зеленый плюс зеленый будет зеленый. Зеленый-зеленый, а зеленый это тоже зеленый. То есть зеленый на самом деле зеленый. А зеленый на самом деле тоже зеленый. А на этой картинке мы видим зеленого иллюмината, а Mountain Dew тоже зеленый. Значит Mountain Dew подтвержденный зеленый иллюминат.